Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. В проеме идти смысла нет. Да, гнездо. Вэт, мужики. Молодцы, в общем. Выйти надо. Чистить. Так что, отменяется тоже. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ едет. Видно, фашисты к войне готовятся. Столько лет жили, а теперь мы уроды. Как же так? Сколько раз такое уже было? Но почему? Почему именно мы? Каждый раз мерки все строже. Вот и наш черед пришел. Или ты думала, мы все... А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Сидим мы здесь. Светло, тепло, выпивка, трудом. Радиация, разруха, смерть. И война. И что? Да именно из-за разрухи и смерти театральная и нужна. Не будь тут театра, так только в петли лезет безнадежно. Зимановна! Костя, Костя! Когда мы вернулись? Неужто новенькая чего сообразила? Где Витя? Почему сразу ко мне не зашел? Новенькая. Прости, Кай. Какой тут новенькая? Прости. Грибы под грибным соусом. Костя, что случилось? Витя. Да, дядь Миш, покажите! Ух ты, это же демон! Страшный какой, прямо как настоящий. Демон, демон! Вон крыльями как машет. Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Спустил все подчистую. Ну, если понадобится что, сразу ко мне. Зажигательные гранаты! Эй, черт с ней, хоть не дай врагу замерзнуть! Самооборона – дело рук самого обороняющегося. Покупайте оружие! Счастливо тебе, парень! Метательные ножи! Тихо! Бери, бери! Надежно. Не пожалеешь! Смерть. Вставляет как надо! Что-то боязно мне! Запрещено же здесь! Я лучше пойду выпить! Ничего подобного! Вот мужчина подтвердит, я тут давно стою! Сколько можно? С утра мне уже который раз приехал! Запрещено! Боязно ему! Один раз живем! Это ж театрально! Все, Артем, договорился! Где? Можем идти на революцию! Через театр через нас пропустят! Через полчаса прибежишь, уже не будет! Разбирает мигом! Да погодите вы, дайте подумать! Думай быстрее! Вон еще приезжий стоит! Если ты не возьмешь, он точно поцелится! На перроне прячется! Не смеши народ! У меня на жену рука не поднимается! А вот тебе я сейчас как дом! Да, кто там драться за меня? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, ты если хочешь посмотри тут, я тебя у гримерки подожду. Маэстро Канкан! Канкан!
театрал. Такого сцена большого театра. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заедет. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Думаю, они справятся. Фиг тебе. Свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее того. Эконом. Бросил вызов природе. Зато хозяйство. Что, Тёмыч, по бабам оголодал? В метро без женской ласки тяжело. Промозгло. А? Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артём, строгнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, жрать нечего. И расстреливают всех подряд почем зря. И анекдот не рассказать, сразу вяжут. И строим все ходим. Стоп, давай-ка еще падаем. Давайте. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давай. О чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор.